Так вот, я был влюблен в девочку, Свету Голубеву, как сейчас помню. Она мне говорит: поцелуйчик, написала записку. Я советский ребенок, октябренок, желающий поцеловать Свету Голубеву, подхожу с запиской и говорю: Света, а не рано? Она на меня посмотрела с отчаянием, хочу сказать. На этом наши с ней взаимоотношения закончились. Но я рад, что никаких комплексов по поводу своей внешности у меня не осталось. Для нас, комедийных актеров, чем хуже, тем лучше. Поэтому я приглашаю сюда красавицу, актрису театра и кино Валерия Ланская. Я знаю тебя 14 лет. Это довольно давно. Я училась в той же школе, что и ты. Это театральный институт имени Бориса Щукина. И я только поступила в институт, был день первокурсника, и Саша выступал для нас, делал пародии, наблюдения. Так смешно, что все сидели, просто смеялись, хохотали пополам, держась за животы. И вот я до сих пор смотрю на тебя, вот как та девочка-первокурсница. Это правда так. Я чувствую себя Кобзоном сейчас. Ты для меня уже выпускник. Спасибо тебе. Большой артист. Спасибо тебе огромное. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить, но, наверное, потому что вы со мной. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо бы домой, но цветочки я обидеть не могу. Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно, вот и славно, трам-пам-пам. Валерия Ланская.